спасибо. Больше ничего нет. Не тяни резину. Держи у себя. Что там? Комсток берет половину заработка каждого гражданина. Надо мне тоже заделаться пророком. Ты можешь открыть этот замок? Уже. Кажется, следы ведут вниз, в хранилище. Нашла деньги. Вот, держи. Так, посмотрим. Как в три буквы сказать глаз? Три буквы. V-O-X. Напечатай.
Это разрыв. Там есть что-то? Открыть его? Убить их всех! Лжецы! И если я проверну это, то все их патенты? Все, мистер Финк. Зачем пророку убивать этих двоих? По той же причине, по которой мертва леди Комсток. Ребенок. Чему он поручил это мне? Только вы можете подстроить несчастный случай. Ты сказала, ей здесь не место. Что ты имела в виду? Она дикая. Как отражение чего-то... Но... Не знаю. Тут замок. Серьезно? Вот этот старый замочек? Прошу. Подержи у себя. Забирай. Отлично.
отлично. Спасибо! Закрывай глаза! Держи у себя. Лови.
оно и к лучшему. Можешь это открыть? Серьезно? Вот этот старый замочек? Открыл. На похоронах. Да, получилось отвратительно. Обычно людям не показывают фото их мертвых тел. Выйдут столь безжизненными. Я не думаю, что это настоящее ведомство. Думаю, это как-то смесь личности и моих чувств. О чем ты? Я очень слаба. Частичка ее и частичка меня. Деньги. Забирай. Ценности. Можешь это открыть? Не вопрос. Прошу. Видишь? Писала.
вашему пророку сексуального интереса. И мадам Лютес. Более того, он бесплоден. Это ложь! Забери свою девчонку! Ей не место в моем доме! Бесплоден? Что? Тогда кто ты? Которого они держали в клетке. Не понимаю. Зачем, близнецы, послали нас искать три истины? Эти разрывы что-то связывает? Квантовое поле или что-то такое? Элизабет, они хотели, чтобы ты поняла ее. Кого? Поняла мою... Те, кто знал правду, довольно быстро умерли. Я даже не его дочь. Я для... Нет, Элизабет. Послушай. Никто в мире не заслуживает того, что сделали с тобой. Бокер. Мы выберемся. Ты поняла меня? И это все останется... Розалинда, не моя мать. Ты тоже. Но он убил вас обеих. Из-за меня. Ты ненавидишь меня за то, что я не твоя дочь. А я ненавидела тебя за то, что ты не моя мать. Покарай ее! Открой! Сейчас. Сейчас!
Все! Элизабет? Ага. Передашь девчонку. Пожалуйста.
Я должен ее догнать. Меня слышишь? Не трогайте меня. Просто не ведите меня в мою башню. Пожалуйста, прошу. Это? Кто-то мечтает о деньгах. Что за черт? Кто-то мечтает о любви. Мой отец мечтал об океане огня. Нам дали Эдем. Что это за место? Что вы хотите сделать со мной? Заслуживаем спасения. Я не понимаю. Господь дал мною ему на славу потом. Вот черт! Надо... О! Так, слушай, я просто хочу увидеть девочку. Да что... Неважно, кто это был. Мне надо в кабинет директора. Дал тебе такой чудный дом, но ты все разрушила. Он мне не отец. Что со мной? Они делают мне больно. Пожалуйста, отпусти меня. Мы исцелим тебя. Я здорова. Твой дух болен.
Я хотел всегда лишь одного, чтобы ты раскрыла свой потенциал. Элизабет, я доктор Петти Фок. Я о тебе позабочусь. Убирайтесь! Пойми, наконец, Дэвид просто бросил тебя. Не надейся, милая. Он не вернется. Операция назначена на завтра. Поешь? Все ждешь, что сюда ворвется Дэвид и спасет тебя? Уже полгода прошло. Полгода? Разочаровался.
Я не всегда любила пророка. Я бежала от него. Отрицала, что я его дочь. Я пошла за человеком, который воплотил в себе все то, чего не было в моем. Переключатель. Теперь я могу спуститься и попасть к Элизабет. Я тебя прикончу!
сдохнешь. Я тебя прикончу. Элизабет, держись! Разрыв. Что за... Зачем спрашивать что? Если правильный вопрос, когда? Живет, жила. Умрет, умерла. Как видишь, Букер, безумцы захватили власть в сумасшедшем доме. Они меня больше не слушаются. Я могу только наблюдать приближение конца. Все мои силы ушли только на то, чтобы доставить тебя сюда. Элизабет, я не понимаю. Я слышал, как ты кричала. Я шел за тобой. Мы что? Вот. Возьми меня за руку. Пророков зайдет на трон, и пламенем омоет людские горы. Думай, Комстоке, что хочешь, но прорицателем был отлично. Не пытки сломали меня. Не промывка мозгов, а время. Время губит все, Букер. Даже надежду. Я шел к тебе. Соловей. Он всегда останавливает тебя. Но я мог бы что-то придумать. Нет. Меня не спасти. Ты здесь только ради тебя и нее. Возьми. Что это? Это для нее. Она сможет прочесть. И что тут? Просто совет. Совет о чем? Как не стать мной? Я вернулся. 1912. Она еще не... Время есть. Элизабет! Если что, используйте сифоны. Если она откроет хоть один разрыв, она тут все... Комсток! Что ты с ней делаешь? Оставь ее! А, Дэвид, как там говорится? Кто не успел, тот опоздал. Я должен тебя попасть. А если отключить машину наверху? Отправься! Может дать ей успокоительное? Когда тело кричит, душа внимает. Слышишь эти крики, Дэвид? Вот цена твоего вмешательства! Ты ввел мою дочь в искушение! Она не твоя дочь! Может и нет, но будь уверен, она ей станет. Thank you.
Он заглушил один генератор. Если ее не усыпить, а он отключит второй... Мы не сделаем этого. Я уже бегу! Не бойся, я здесь. Я помогу. Готова? Давай же. Сейчас. Она подсказала, как сбежать от соловья. Найдем дирижабль и улетим. Букер. Париж, Элизабет, помнишь, ты же так хотела... Мы остаемся. Мы должны найти Комстока. Почему? Ты видел, что он сделал со мной. И я его останавливаю. Значит, пойдешь и убьешь его. Не тебе читать мне мораль, Букер. Я
слишком хорошо тебя знаю. Я не дам тебе его убить. В самом деле, Букер? И как ты меня остановишь? Да никак. Просто я убью его за тебя. Идем искать пророка. Снаружи дирижабль Комсток. Он называется «Длань пророка». Откуда ты знаешь? Я здесь уже давно. Насколько? Достаточно. Надеюсь, Комсток получил все, что хотел. И не только ему осталось радоваться. Можешь это открыть? Сейчас. Готово. Мне уже лучше. Можешь это открыть? Легкотня. Прошу. Все написано знакомым шифром, кроме этого знака. Это клетка? Она что-нибудь говорила об этом? Нет. У нас есть потом.